Карьеров не доехали. Проехали старый карьер, лес тут весь. Едем в сторону новых. 4 человека. Да. Окей, окей. Давай. Там какой-то гриб торчит. А, это, наверное, кто-то ходил, накидал. Там вот грибы из пня. Здесь вот. Не знаю, вон там какие-то грузи, походу. И вот там вот из пня что-то торчит. Видишь, там из пня какая-то фигня. Ну, это обычное, не очень. Здесь наверняка в березняке в этом есть. Там может быть все что угодно, начиная от змей и заканчивая львами. Ну там просто сыро. Здесь тащи, здесь нормально. Разница все равно. В смысле березы? Да. Но здесь молодые, а здесь как бы старые, которые тянутся уже давно. Надо вот туда попасть. Там такая прикольная хрень, как будто фигура какого-то лесного чудища. Давай. С этой проекции, как рука у него. Надо его сфоткать, может это правда чудище. Где? Вон, вон, в лесу ты не видишь, что он шевелится. Сейчас его приблизим. Слушай, да. Видишь, как будто у него рука. Ага. Это елка, что ли, там какая-то маленькая? Не, мне кажется, что это... Упало дерево и корни с землей. На самом деле прикольно сделать такую инсталляцию. Thank you.
трется. Трется. Сейчас лес был, сейчас будет на дорогу. Вот тропа. Вот тропа. Все, весна. Конечно. Да карьер, что осталось вон, метров 300. Обалденные резервуары для очень хочу смотреть. И озера. А еще чуть дальше места, где рыбалки собираются. И магазин. Самое главное, где там магазин. Вот Вика. Смотрите внимательно по сторонам. Тропа-то такая серьезная, да? Может быть, как-то сдачи идут. Как-то сдачи идут на карьеры. Ну да. Заклинило его. Такая тропинка для покатушек, самое то. Для кросс-кантри. Вон там целый дом. Железом крышу даже покрыто.
Оп. Представитель сыроежек. Сыроежек. Пойдет. Ну, куда положить? Ну или ко мне в рюкзак. Сыроежка, я так понимаю. Хотя я, короче, сверху положу. Вот эти дачи. Самый крайний, который. Да, кооператив, радиотехник или как-то так. Угу. Как же он называется-то? То ли радиотехник, то ли какой-то связной. Как-то, какое-то такое название, связанное с радиоэлектроникой. Да, связан с связью. Самый дальний он. Конечно, тут все здорово изменилось. Я пешком ходил сюда. Дорога вон она. Вот она, тропиночка, и по ней можно обойти. Ну и поедет, наверное. Вот, тут их много. Там они уходят, там такая типа главная дорога. Через него не проехать. Что-то его тут активно начали застраивать. Агрессивное дерево. Вот она и дорога, да? Та, которая нужна. Что-то все новое. Вот она, тропинка пошла.